В России объявлена неделя популяризации здорового старения. Ее проводят в честь Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера. Этот недуг называют эпидемией 21 века. Последним данным, во всем мире насчитывается свыше 10 миллионов человек, страдающих этой болезнью. А к 2025 году, по прогнозам ученых, число таких людей может превысить 37 миллионов. В Альцкафе специалисты ЦСО пригласили подопечных, которые находятся на надомном обслуживании. В отделении дневного пребывания открывается Альцкафе. Это территория для людей с заболеванием Альцгеймера, для людей с нарушениями, с когнитивными нарушениями. Проводится она по инициативе Министерства социальной защиты Кузбасса. Вот мы тоже подхватили эту волну и будем пробовать проводить данное кафе. Надеемся, что оно будет на регулярной основе. Наши специалисты расскажут об этом заболевании, вообще в целом о когнитивных нарушениях, как с этим бороться, какие могут быть меры профилактики. Специалисты центра рассказали пожилым людям о симптомах болезни, способах профилактики деменции и провели различные мастер-классы. Гости попробуют себя в практических занятиях с психологом, с культорганизатором. Мастер-класс покажут, как всегда, наши волонтеры серебряного возраста. Секрет здорового долголетия заключается в том, чтобы сделать свою жизнь, во-первых, интересной, второй секрет – это желание быть полезным кому-нибудь. И третий – любить тех, кто рядом с тобой. Анна Шуркова, Василий Обухов, Риа Ленинск.